Сегодня происходит одно из самых крутых и самых больших мероприятий – благотворительная барахолка, 8-я по счету, и мы в отеле «Балчук-Кемпинский». Ходишь на барахолку, покупаешь себе вещь за смешную по факту цену, и деньги полностью идут в дом с маяком. Люди, которые организовывают эту барахолку, вот я бы поставила им всем памятник за идею, за реализацию и за все, что они делают. Это мероприятие, которое собирает деньги для детского фонда и для подопечных хосписов. В прошлый раз мы собрали 5 миллионов. Надеемся, что в этот раз будет такая же сумма. Это полностью 100% мероприятие благотворительное. То есть там все отдают свои продукты, вещи, все, что здесь находится, абсолютно со 100% благотворительностью. Здесь очень уютная, дружеская атмосфера. Все открытые, отзывчивые, улыбаются. Всегда очень приятно и с огромным удовольствием регулярно приходим. Для меня дом с маяком – это неотъемлемая часть уже моей жизни. Эти люди, которые там работают, дети, которые находятся на попечении – это часть моего быта, моей жизни и какая-то такая светлая, радостная часть, поэтому я счастлива иметь к этому отношение. Мы скажем большое, огромное спасибо, во-первых, всем партнерам, которые отдали нам вещи, и, конечно же, всем-всем Гостям, которые пришли уже, мне кажется, в большом количестве. И мы... Сколько сейчас время? 4 часа. Мне кажется, что должно быть побит рекорд. Гостей должно быть больше. И все те люди, которые что-либо себе присмотрели, это не покупка, это пожертвование. И куда приятнее купить лишнюю пару обувь, когда это не просто пополнение кассы, а и туфли в гардероб, и пожертвование.